Небольшой грузовичок Ford 47-го года, 48-го. Создан для перевозки небольших грузов. Внутрь. Вот так вот он выглядит внутри. Деревянный пол. Два места, водитель и пассажиры. So how do I get the back doors to stay open? I just tried that. I mean, it's not staying open. Oh, there it goes. I got you. How do I open the driver's side door? The driver's side back door. Yep. Открывается. И также фиксируется. Полностью расплачивается. И получается доступ. Отдел Food Market. Yeah, don't do the board.